Интернет в 10 раз выше, сайты будут загружаться быстрее, видео перестанет зависать, разговоры в Skype или FaceTime станут реалистичнее. Большие перспективы развития 5G принесет любителям видеоигр. В Шымкенте запустили базовые станции сети 5-го поколения. Пока их 10. Охватить высокоскоростным интернетом весь город операторы сотовой связи планируют до конца этого года. Абоненты при наличии смартфона и сим-карты с поддержкой 5G могут подключиться к сети и пользоваться ею бесплатно. Трафик пока не тарифицируется. Станции 5G установлены в Русском драматическом театре возле Верхнего рынка, в бизнес-центре по проспекту Кунаева и так далее. Открыты станции точечно. Чтобы подключиться к 5-му поколению мобильной связи, ваш телефон должен поддерживать 5G, и вы должны быть клиентом оператора Kcell. Чтобы полностью подключить город к 5G, планируем поставить 174 базовые станции до конца года. На все примерно было выделено 63 миллиарда тенге. Сейчас за использование 5G вы не будете переплачивать, однако в будущем скорость интернета будет быстрее, и тариф вырастет.